Доброе утро! Мы по-прежнему находимся на острове Крит. Сегодня мы поедем на пляж Ахлия. Ахлия находится недалеко от нашего места, где мы сейчас находимся. Это поселочек Макриелос. Это небольшая бухточка с мелкогалечным пляжем. И примечательно тем, что по нашему опыту там менее ветрено, когда в других местах появляется более-менее сильный ветерок. Поэтому мы сегодня решили провести там день. Так что едем. Ну вот он, пляж Ахлия. Сейчас найдем местечко. Похоже, вообще никого нет. Пустота полная. Ну что, наверное, вот это место наше будет. Вот это. Вот тут мы и приземлимся.